Меня зовут Надежда Каченжи. Наша гимназия получила различные европейские гранты для модернизации учебного заведения. Благодаря европейским грантам мы смогли реализовать строительство котельной на биомассе. Дети чувствуют себя хорошо, им тепло и нет перебоев. То, что вы видите здесь, это польские котлы, которые работают в основном на пеллетах, также брикетах из агроотходов, которые бывают у нас в Молдавии. Это очень стабильно, очень экономно и, во-первых, экологически чисто, и, во-вторых, финансово удобно для нашей страны, так как мы создаем новые рабочие места и поддерживаем местную экономику. Наши учащиеся, конечно же, изменили свое отношение к окружающему миру. Они думают уже о будущем своей страны, о современных технологиях. Вы знаете, что у нас работает что в школе? Котельная на биомассе, правильно?